Здорово, мужики. Сегодня я играю в Crysis 3. Crysis 3. Кто как читает. Чумовая игрушка. Особенно мне нравится. Потому что здесь я все основано по стелсу. Заптарочку. Техничненько. Так. Самое главное. Ну да. Стрелы надо взять. У-ху! Что? Не туда пошел. Что 500 мегаватт на прямой питающий в высотную систему оборудования. Подкатики, ух какая. Так, ребят, наверное, мы не будем смотреть то, что они тут лялякают. Слушай, псих, ты хорошо знаешь этих людей? Им можно доверять? Почему она так истерит по поводу моего костюма? Она ненавидит костюмы. Не знаю почему. Все, что я знаю, это то, что ее команда вытащила меня из лаборатории. Что такое? Спасла мне жизнь. Ё-моё, вот это волына. Открывай быстрее, ля-ля, блин. Лиси, баран. Лестница заблокирована. Нужно как-то запустить лифт. И как? Ты куда? Насквозь прошел, блин. Не, отвали. Так, а что это за миссия у нас? Шевелись, человек. Так. Я здесь. Все нормально. Я в порядке. Плывем, плывем, плывем на свет. Ромео 1. Это командир Ромео. Я беру на себя управление. О. Мне нужна прямая связь с монитором нанокостюма. Прием. Принято. Но не дольше, чем необходимо. Маскировочка. Сейчас я поменяю стрелы, вот такие поставлю. Вот такие. Чумовые стрелы. Маскируемся. Вы знаете его стиль. Дамба будет основной целью. Мы в мертвой зоне радара. Нано. Класс. Я. Жалко, только по количеству их мало. Кто где остался? Вот он еще один. Стоять, замри. Так, надо валить. У меня кончается зарядка. Спалят меня сейчас. Так, давайте сейчас посмотрим, кто где. Кто там остался живой. Раз, два, три, четыре. Стрелу обозначить, чтобы забрать. Так, ладно. Маскируемся. Далеко. Есть. Не шевелись. А, бля. Так, ладно. Надо валить. Валить, сейчас быстренько добежим до камушка. Зарядим. Заберем стрелу. Зарядимся. Где у нас стрелы? Раз. Два. Ясненько. Батарейка слабенькая. Надолго не хватает. Так, что у нас по солдатам? Раз, два. Здесь еще. Угу. Хочешь поиграть в прятки? Покажись.
Да уж прям я тебе покажу сейчас. Ты покажись, где ты там ныкаешься. Так, надо зарядить батарею. Кто-нибудь видит его? Патрулируйте сектор. Докладывайте обо всем подозрительном. Тихо, не шумейте. Вот сука. Граната кидала. Паримся. Идем за стрелой. Хорошо, что они хотя бы используются. Многоразово стрелу. Это я. Смерть твоя. Так, вон там еще один солдатик. Думаю, слева. Иди сюда. 8. Так, зарядимся. Лететь. Я выглянул. Прикройте. О, блин, а. Солдат несколько тут. Зарядиться надо. За камушком затарился. А, он там глючит, оказывается. Это что такое? Что происходит? Подберем стрелы. Пригодятся. Так, зарядимся, посмотрим вокруг. Еще один. Боты подсасываются. О, бля! Вот это да, у меня спалил как. Так, и одна стрела там у нас. А как я его не заметил, мужики? Вот я не заметил. Это я, бля. Получается зарядка, сейчас палит. Вот это пока единственный стелс, который мне нравится. Надо было зарезать, но он повернулся. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Солдатик идет, что ли? Солдатик, да? Да. Так, вроде все чисто. Еще отметим. Где подкрепление? А, вот еще стрела. 9 стрел. Наберем батарейку. И вот так перебежками надо. Пойдем. Так, там снайпер, что ли? Его не достану. Ну ладно, на тебя я сейчас не пойду за ней.
стрелой. Опа. Не спалит. Так, надо пулемет разблокировать. Видеть цель полностью. Вот она. Бегом. Сейчас снайперку возьмем. Уха-ха. Это, сука, никак не выйдет. Давай, залазь. Я отключил турель. Теперь идем. Так, давайте поменяем волну какую-нибудь. Вот этот пулемет сраный. Поменяем на снайперку. Кто тут турель отключил, да? А? Да нет никого, вот он один еще, да? Вот он еще один. Плохо, что при выстреле зарядка обнуляется. Ой, их там двое. Ой, блядь. Броньку надо поставить. Да нам насрать, у нас супер броня. Где? Тех я не достану. Даже прятаться не буду. Какое место мне снайперское отобрали? Бля, отлично. Отлично. Супер игрушечка, ему. Не, ну я, можно и на это пройти на одном дыхании, то есть бежать, стрелять всех. Но она тогда короткая, оказывается. Когда постелся, вот это интересно. Так, эти ребята. Далеко, да? Так, все. Это там вообще далеко-далеко. Валим. Патроны. Ух, какой подкатик. Классно. Патрончики. Мы ее дезактивируем. Димочку снимем. Забьем ее. Глушачок бы еще на снайперку, чтобы не палиться. Так. Что у нас еще есть? Затариться сейчас, стрелять нас будет.
штуки, а? Гасите, говорит его. Командир Чарли, это пост Стапля. Пророк западни. Запрашиваю поддержку. Прием. Тихо, ребята, сейчас я вот туда гренку кидану. Прекратить огонь! Он убит! Он убит! Трудно сказать. Так, вот это ловенько. Ромео 1. Дамба Фултона полностью автоматическая, но у нее есть предохранители. Переключи их, и мы отключим питание. Минки хорошие. Патроны не надо. Так, здесь я, может быть, какое-нибудь оружие. Что-то странный костюм у меня, слабенький. Какой-то. Снайперка. Пулемет. Нет, еще пулемет. А, это снайпер, короче, ладно, да? Тоже без глушителя. Оба-на. Ёлоперный театр. Так, отключим эту хрень, чтобы... Сейчас мы потихонечку выносить-то будем снайпер-то. Да, еще. Да блин! Где моя снайперка? Вот она. Паримся. Сейчас гранаты полетят, они гранаты кидают, хорошо. Прячусь, ребята. Дай мне нафиг. Серьезная броня у чела стоит. Ой, блин. Блять, блин. Я говорю, броню вот эту поставить, можно, конечно, ломиться, стрелять, похер мне, пулеметы, танки. Где ты? Я вас сам здесь прижму. Блин, я достал его, суки. Тебе хедшот. Кончены. Так, не надо. Так, чтобы не запалила нас та стрелялка. А, сейчас спали, да.
Спокойно, девочки. Вот у них чуть-чуть, конечно, хотелось бы, чтобы она реакция у механика слабоватая очень. Есть момент, когда не хватает активного действия персонажа. Он реально просто тормозит, тупит, смена оружия, там повернуть, взять прицел, вот он конкретно тормозит. Ой, бля, я упал. Через танк, бля. Стрелы. Еще. Вот он еще один. Куда он пошел? Блин, запалит меня вертолет сейчас. Сука. Оба. Спалил. Сюда я глубоко нырнул туда. Мне не видим просто. Ты что, ребята? Так, вырубили, что есть? Набор модификации костюма. У меня другая идея. Думаю, тебе понравится. Даже очень. Так, куда надо? Да, вот сюда 50 метров. Так, интересно, я сейчас маскировку отключу, под водой видит? Нет, не видит. Под водой не видит. Ромео 1, мы открыли часовое окно на основную цель. На вашей позиции выдвигаются многочисленные войска целых. Сорвите к чертову мастеру. Вали, вали! Графика хорошая. Лучше бы... И тут видите, у нас как игры делают. Ну ладно, давай уже пропустим это все говно. Здорово.
делают игры у нас. В одной игре графика хорошая, механика херовая. Ромео-1, дорога на Нексус открыта. В другой игре... Меня зовут Пророк. Графика отстойная, но механика такая интересная. Без меня у тебя нет ни единого чертова шанса. Так что работаем вдвоем. Доложи обстановку. Принято. Высотная оборонная система СЭЛ полностью отключена. Но это еще не конец. Ой, блин. Думаю, нет, дальше куда-то я разбежался. СЭЛ отступает. Но они все запрутся на базе в Нексусе и постараются превратить весь этот район в огневой мешок. Так, спалим мы сейчас всех. Всех. Что-то мало их, а вон еще двое подтягиваются, да? Так, ну что мы отсюда можем сделать? Верхний сбит. Мудаков. Снять. Батарея слабая. Так, а что у нас по батарее? Где? Так, один. Да нет у меня еще. С батареями у нас. Стоять. Ведется. Ну, у вас я со снайперки сниму высоко. Олени как танки здесь, короче, бегают, сбивают. О, понимаешь, что сторона идет. Хорошо. Просто хорошо. Это что, труп или что? Да, это труп. Что это? Все ровно. Три стрелы, четыре бота. Один куда-то свалил. Где он там? В кустах, либо за скалой. И еще два трусливых. Да. Выйди. Ух, как четко. Так, надо стрелы собрать, пригодятся. Сколько есть стрел? Поставим. Раз, два, еще, да. Итого 5 штук, что ли? Так, и здесь одна, да? Одна здесь. Вот она, да? 5-6 стрел. Пам-парам-пам-пам-парам. Кого она хватит? Хотя, ребята, блин. Командир Ромео-1. Уже я не вернусь. Я... Жалко, там у меня, по-моему, было комплект стрел. Так, что у нас нужна здесь? Нужна помощь с возвращением на базу. Ромео-1. Спокойно. У нас есть дела поважнее. Ты прав, псих. К ней привыкаешь. Она мне начинает нравиться. Ерунда. Концовка здесь не очень интересная. О, сейчас мы покатаемся на Ромео-1, этот хрень. Ваша основная цель – поле зрения. Устройство системы X в добывающем комплексе в нескольких сотнях метров под землей. Так, а система управления прямо над ней. Тебе нужно найти путь наверх.
Урам, пам, паба, пам. Я вчера что ли я спалил этот баллончик, катался. Дуй, какой это торчит мой баллон, 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 блядь. Стоять! Так, все, надо париться. Ромео 1, ситуация критическая. Цел продолжает работать. Так я, блядь, пророк или Ромео? Вы как-то определитесь там уже. Начинаем операцию пневмомолот. Взять под контроль выход энергии, чтобы безопасно отключить систему X. Вас понял. Так, давайте отметим всех этих жертв, которые сейчас замочим. Так, турель надо отключить. Где у нас турель? Стоять! Что-то у меня такое чувство где-то... А, вот они двое живут. Сейчас я их одной стрелой заколбашу. Зовут пакетную. Вот туда стрельну сейчас. Ошибись. Опа! Ладно. Так, через центральный вход. Ну, не пойдем. Пойдем по другой дороге. Опа. Ты меня стреляешь туда? Откуда? Куда, 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 куда? Маскировочка. Где? Вот, вот. Прыгнули, спрятались. Так, надо стрелы нагибать. Есть ли? Нет. Стрел нету твоего. Мало. Вот так. Смена оружия тоже тяжелая, только колесиком. Либо кнопка там есть. Ё-моё! Где мои стрелы? А, всё понятно. Когда идешь, энергия очень сильно тратится. Успеть надо, что того грохнуть. Эта маскировка тебя не спасет. Все время спасала. Маскировка. О! Забагался, о! Так, все, куда идем? На, сука. Так, здесь вроде бы чисто. Вот. А вот еще двое нарисовались. Раз, два. Далеко, да? Ой, блин, куда я не туда стрелю? Что за лаги? Где эта балда, которая ездила только что?
не повезло. Электрические сейчас поставим строй. Давай, иди сюда. А вот этого не отметил я. Вот этого не отметил. Еще один. Куда полез? Сюда иди. Нехорошо. Нехорошо. Не ваншоты на раз, текстуры мешают. Здесь двое внизу, да. Хорошо я их одним выстрелом, да? Прочешите, прочешите. Хоть чешите, хоть не чешите. Ромео 1, вы приближаетесь к комплексу сбора энергии. Найдите два переключателя мощности. Вырубите их быстро, чтобы не смогли отключить. А, ну здесь вот все, что здесь медиатина, пока выключишь. Это здесь херня, неинтересно. Мало здесь и стрельбы. Чтобы покайфовать, надо по стелсу ходить. Патроны. Ой, боже мой, не стоит. Так, а где это? А, все, я сместил это. Так, не ставим броню и валим нафиг. Здесь и смысла. А, нет вот пулемета скрываться. Да блин, дайте мне вылезти, сука. Блять, кончилась броня. Месте что-то есть. Видение. Энергетические поля вокруг системы X нарушают медиацию между временными зонами мозга. Мы наблюдали галлюцинации, ощущения дежавю, ложные воспоминания, иногда даже комплексные расстройства личности. Я не поехал. Эти видения – предсказания, а не галлюцинации. Как скажете, Ромео 1, только продолжайте миссию. Короче, некуда. Так, чё, где? Кто? Где? Где я? Кто я? Давайте я в нагляд сейчас. Ой, щет! Классная волына вот эта, блин. Вот оно. Шикарно, блин. Спасибо, пророк. Пожалуйста. Спасибо. За что. Сегодня мы восстанем и сбросим с себя оковы. Восстанете, наконец. Ладно, ребят. Взламываю систему безопасности. Хватит, я уже там дальше сам потусуюсь. Не буду вас долго мучить. Игрушка классная, я возвращаюсь к ней иногда. На 13-го года еще. Ну, раз в месяц я иногда шалю здесь, в общем. Всем пока, спасибо за просмотр. Всем удачи. До встречи.